Слушаю вас. Правобережная, 5-й километр. Там еще стоит высоковольтная вышка и трактор. Жду вас в 15:00 с деньгами. Мы в 15 никак не можем, у нас концерт. Пораньше пусть. Вы знаете, у нас концерт, можно пораньше? Они там что, совсем поплывете, что ли? Пожалуйста, ребят, ну не нервируйте Пелагея, у него сердце слабое. Мы так на концерт не успеем. Тогда поедем в костюмах, сэкономим время на переодевание. Виктор Михайлович, вы бывший полковник. Да. Давайте командуйте парадом. Скорее всего, они попытаются нас обмануть. С этой целью они наверняка приедут на место заранее. А мы? Наши действия? А мы приедем заранее, заранее. А насколько наше заранее, заранее будет заранее, чем их заранее? Пелагея, не выноси мозг. Бес, ты едешь первый и сидишь в засаде. Не вопрос, но мне нужно оружие. А что, думаете, до перестрелки дойдет? Надеюсь, да. Но ты не пси. У нас банда крепкая. Одни головорезы. Мне принадлежит ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра. Вот она, все, поехали. Я не могу с вами говорить. Я еду на встречу с бандитами. Всего доброго. А, это вы и есть? Ну так ждите, ждите, скоро будем. Вышка, трактор. А вот и бандиты. Спасибо. Что происходит? Походу, это Битлз. Добрый день. Бабки принесли? Быстрее, пожалуйста. Мы на концерт опаздываем. А вы точно не для себя берете? Не совсем понял, о чем вы. Да ты хоть на какой планете сейчас, понимаешь? А где мой племянник? Все, бывайте. Бежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Улицы несут в себе боль, разочарование. Минуты страха, минуты... Ну что, похоже, твои старики тоже слова не держат, да? Опоздали уже на 16 минут. Похоже, вредно этой старуха-то. Куда? Здесь правила одни и цель одна. Стоять, суки! Руки подняли! Ты что делаешь? В кино всегда так делают, я видела. Онемело. Это хорошо. Мы не по тому адресу приехали. Это Левобережная. А нас на Правобережной ждут. Ну что ж ты так промахнулся? А я вам снайпер, что ли? Всего на 2 буквы ошибся. Что же теперь делать? Все как, Сань, спасать? Может, они порошком возьмут? Вот это райончик. Сколько же здесь группировок-то работает? Здорово. Добрый день. Эти бандиты такие предсказуемые. Послушай, это недоразумение. Мы немного ошиблись. Ага, с дозировкой? Нет, вы меня не поняли. Все, я понял. Вижу товар у вас. Бомба? Угу. Бомба. Пересчитывать будете? Не, это лишнее. Погнали. Никогда не подумал бы, что опять наркотой будут торговать. Что значит опять? Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина, бабушка. Я люблю тебя. Слышь ты, роковая тетя. Я, конечно, не знаю, как у тебя это получилось, но здесь бабла на 200 тысяч баксов больше, чем было. Да ладно! Ну и в благодарность за то, что ты мне тогда жизнь спас. Наша прибыль делится пополам. Что, серьезно, что ли? Таня! Ну что, молодежь? А вот и я! Браво, браво, браво!